Всем привет, с вами Снавайс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня у меня на канале будет не совсем обычный обзор, а точнее на необычный для моего канала гаджет. Гаджет, который наверняка есть у 90% моих зрителей и который практически каждый день вы используете в быту у себя дома. А поговорим мы сегодня о пылесосе. Но не обычном пылесосе, мы поговорим с вами сегодня о вертикальном беспроводном пылесосе компании Volmar. Совсем недавно я увидел обзор в сети на прикольный, достаточно интересный, продвинутый гаджет для домашнего использования от компании Volmar и решил приобрести нечто похожее для себя. Ну и я для вас снял небольшой обзор, можно сказать, один день с пылесосом Volmar D703 и, собственно говоря, это видео предлагаю сейчас к просмотру. Ну что ж, поехали! Давайте посмотрим, что же у нас находится в коробке. Ну, во-первых, это, естественно, док-станция для зарядки, так как пылесос у нас беспроводной. Корпус с самим ручным пылесосом, лапа напольной насадки, насадки на ручной пылесос и аксессуар для очистки пылесоса. Ну и давайте теперь обо всем по порядку. Насадка с щеткой очень здорово убирает мебель, не присасывая ткань. Чревая подойдет для уборки труднодоступных мест. Лапа напольная оснащена турбощеткой с вращающимся валом и подсветкой. Ручной модуль представляет из себя мотор и контейнер, в котором находятся два фильтра. О нем я расскажу чуть позже. Корпус выглядит очень стильно и оснащен складной ручкой, которая может сгибаться на 180 градусов. Ну и, конечно же, напольная док-станция, которая гораздо удобнее настенной, потому что можно поставить ее куда захочешь, не нужно придумывать место на стене и дырявить ее. Ну что ж, пора переходить к уборке. Для этого вставляем ручной пылесос в корпус до соответствующего щелчка, крепим к этой конструкции лапу основной насадки и включаем пылесос. На лапе, помимо трубощетки, есть еще диодная подсветка, которая помогает лучше разглядеть пыль и мусор на полу, особенно в тех местах, куда не проникает свет. При желании ее можно отключить и сэкономить на энергопотреблении. Но я бы советовал оставить все как есть, потому что примочки действительно полезные. Но больше всего в пылесосе меня радует то, что он подвижный и маневренный. Отказавшись от громоздкой бандуры проводного напольного пылесоса, я, да и все в моей семье стали куда меньше уставать и с большим энтузиазмом относятся к уборке. Особенно нравится пылесосить теперь моему сыну. Особенно хорошо это ощущается в плотно заставленных комнатах, где Volmar D703 без проблем катается в проемах между мебелью и за счет складной ручки также заезжает под столы, кровать, диван, ну и прочую мебель. Вся крутость подсветки и турбощетки раскрывается в полной мере при уборке на коврах. Ворсинки турбощетки вычищают всю засевшую в глубине грязь и пыль, а подсветка помогает не пропустить ни одного грязного участка. Volmar D703 – это воистину пылесос 2 в одном. В любой момент времени вы можете остановить уборку пола, снять ручной пылесос и продолжить уборку других поверхностей в квартире. Хоть без насадок для экономии времени, хоть с насадками для большего комфорта и эффективности. Щелевой можно быстро пройтись по самым труднодоступным местам. А щеткой провести косметическую чистку мебели, особенно если у вас дома есть собака или прочий источник
постоянных загрязнений. Очень неплох ручной пылесос и при уборке внутри салона автомобиля. Он банально удобнее, чем даже профильные машинные пылесосы, которые работают от прикуривателя. Чистить Walmart DS703 после уборки очень просто. Достаточно снять ручной пылесос, отсоединить от него контейнер, вынуть фильтры и высыпать собранный мусор в ведро. Сам фильтр тоже очищается без проблем. Снимается кожух внешний и внутренний. Тканевый чистится щеткой, которая идет в комплекте. После все собирается обратно. После уборки пылесосу необходимо немного отдохнуть, и он отправляется подпитываться энергией на док-станцию. Она напольная, и ее можно поставить в любом месте в квартире. Главное, чтобы провод дотянулся до пилота или розетки. Пылесос не занимает много места, но при необходимости всегда можно сложить рукоятку. Внутри Walmart DS703 стоит очень хороший и мощный литий-ионный аккумулятор с предохранителем, поэтому не нужно переживать, что от долгого простоя на подставке ему со временем станет плохо и он будет хуже держать заряд. Что можно сказать в итоге об этом пылесосе? Walmart DS703 достаточно быстро влился в нашу семью, став полноценным ее членом. Он не требует за собой особого ухода, занимает мало места и, что самое главное, хорошо убирает квартиру, имея в своем арсенале достаточно много новомодных фишечек и примочек, облегчающих весь этот процесс. Ну а на этом свой обзор «Один день» с пылесосом Walmart D703 Chariot я буду заканчивать. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и поставьте лайк. Это поможет мне в дальнейшем продвижении, ну и плюс я смогу записывать для вас много новых видео. Я буду с вами прощаться, с вами был Айс, всем пока!